Ипатьевский монастырь. Ипатьевский монастырь города Костромы. Деревянное зодчество.
Троицкий собор.
нас, помню, стою, и сердцу с ним я говорю. Приятен храм мне, здесь красиво, и хору будут петь сандива, и Богородица меня обнимет, как свое дитя. Горят здесь свечи целый вечер, и слышу я знакомые речи, и верю, Боже, Дух Святой, и Он всегда, всегда со мной. У ручья склонились весны, нежно запели соловушки, а ромашки на лугу скромно нагнули головушки. А в полях в укромке леса васильки синеют вжи, и как молнии слетают с неба весело стрижи, вьются столбиками мошки и пестреют мотыльки, и прозрачные стрекозы на осоке у реки. Целый день я здесь гуляю, много тропок я нашел. Лучи края я не знаю, мне здесь очень хорошо. Отучился тройка почтовая, по Волге матушке зимой. Я чик уныло напевая, качает буйной головой. О чем задумался жури, да я терплю.
Государственный симфонический оркестр, Государственный академический русский хор имени Свешникова, Государственный камерный хор, Муниципальная академическая капелла города Костромы, солист Эрист Харюшин, Рахманинов, финал кантаты «Весна».